супруга солиста группы «Руки вверх». Сергей Жукова Регина Бурт на своей страничке в социальной сети Instagram решила порассуждать на тему сексуальности. Она заметила, что 25 лет назад сексуальность зависела от длины юбки. Однако, как считает Регина, в сегодняшнем мире все иначе. По ее мнению, сексуальность – это не что-то внешнее. Это энергия, что-то, что нельзя пощупать, но можно почувствовать. Сексуальность не зависит от возраста. Наоборот, с возрастом она приобретает другой характер. Уже не кричит о себе, не выражается приторным парфюмом и толстым слоем вычурности. Она загадочная, томная, молчаливая. «Что для вас сексуальность?» – спросила она своих подписчиков. Сексуальность от природы и проявляется по-разному. У всех своя, именно то, что описано в посте. И есть сексуальность, это нужно почувствовать, а не увидеть, энергетика и внутреннее состояние человека. Регина, вы сами прекрасны, ваши отношения в семье, с друзьями, коллегами. Как по мне так, это дорогого стоит. Ваш муж вас искренне любит и дорожит вами. Значит, это и есть самое главное. И сексуальность, и возраст, все покорно. А главное, насколько себя чувствуешь. Любите друг друга, и все будет по плечу. Вы чудесная пара. Молодость прежде всего. Задайся этим вопросом лет через 15. Вот интересно будет порассуждать. Самое главное, внутренний диалог с внешним совпадут. Думаю, что нет, заметили в комментариях пользователя.